Привет всем, дорогие друзья, с вами Серега. В прошлом выпуске мы дали Соклану офигительный просто челлендж. Он его не особо-таки выполнил, мы все равно жалились, как бы купили ему то, что он хотел. Но сегодня мы посмотрим с этим новым монитором то, что он хотел. Сможет ли выполнить он новый челлендж? Я сразу же привез бабосики, сейчас киданем ему челлендж и посмотрим, как он сыграет с новым монитором. Может быть, все же не в девайсах весь этот смысл, то, что там ты плохо играешь, неплохо играешь. Может быть, он просто играть таки не умеет. Кстати, дорогие друзья, у меня есть отличная идея. Мы с Арсеном тут подумали то, что было бы неплохо купить компьютер на Авито, нормальный компьютер, который будет вывозить Warface, будет выдавать много FPS, и либо подарить какому-нибудь подписчику, ну, либо вы можете подсказать и написать в комментарии. Также поддерживайте это видео лайком, если хотите увидеть подобное видео. Желаю вам приятного просмотра, надеюсь, деньги мои останутся сегодня при себе, и мы с Арсеном покурим на них кальян. Как всегда. Если ты еще не начал играть в Warface, то тебе нереально повезло. Сейчас ты сможешь создать себе аккаунт с кучей доната, крутыми пушками и быстро прокачать себе новый аккаунт. В описании к видео ты найдешь много ссылок с промо-страницами для регистрации нового аккаунта, по которым ты, собственно, и получишь все эти бонусы. Например, на этой промо-странице ты сможешь забрать себе пушки Магма на все классы и самые лучшие шлема в игре. Просто переходи по ссылке и крути рулетку, создавая новую почту, на это тебе потребуется не больше 1 минуты, и вся Магма теперь у тебя на аккаунте. После этого ты сможешь забрать и остальные бонусы, которые также будут в описании к этому видео. Крутой аккаунт по этим ссылкам тебе гарантирован. Удачи! Чё, Лю, готов? Да, готов. Наигрался со 144 Гц монитором? Да. Ой, отсосал, то есть, нет? Не-не-не, не сосал. Пап. Ну, посмотрим. Точно? Посмотрим. Надо у Соклана спросить. Надо спросить. Может, ещё не изменилось? А я не играл, прям, по сету. Ты чё, офигел, что ли? Да нет, там сами. Ты офицер нашего клана, не играешь РМ? Так они сами. Ты норму выполнил, чёрт? Ты сам тогда в последний раз, блядь, в Warface заходил. Вчера. Сейчас тебе челленджи надо будет кидать. Суть его челленджа заключается, не играя ни мясорубок, РМок. Он говорит то, что он бог фейсита, поэтому он сейчас запускается на фейсит. И одно убийство, это будет 250 рублей. Зная, как ты играешь, я, пожалуй, положу это подальше. Арсен, тащи свою зарплату. Что ты, Арсен, ты хочешь сесть поиграть? Да не переживай, моя сильная зарплата не уменьшится, если ты сядешь. Всем привет, ребята. Своих, если что, не считается. У него очень вкусная еда. Молодец, пацан, мне голодно место. Что у него еще пожалуйста? Есть, пойдем, давай, пацаны. Нормально, я возьму он это, он с пожалуй. Мамкой живет, поэтому здесь коньяк, пацаны. Это еще не коньяк. А, я понял, шутку понял. Угу. Нормально, короче, я себе прикарманю. Ты на капитане? Давайте бомжей на пику. Ну и толку, у тебя 1-0, отодрут и все. И шо? Наоборот, бомжи должны быть там. Арсен, как это бомжи там, если ты тут, и я не за компом? Жизнь не зарабатывался, по косарю даже платить. Ты эту новую пушку взял, ты охренел? Я выиграю, это что? Он это говно взял специально, что ли? Какое? Ну вот эту МПХ, она имба, он сейчас по-любому нахерачит кучу фрагов. Я даже не хочу смотреть, сколько он там фрагов делает. Я не хочу сейчас все свои 15к разоряться. Встал, смотри, крыс не идет на фраги, на команду играет. Молодец. Нелю, как с монитором? Реально легче играет? На чем? На этом мониторе? Да. Да плавнее, то, что плавно очень много. Нет, это старт. Ну еще как ты вот начал играть, уже там убивать вот начал. РМ-ку хотя бы больше 18 лиги апнул, да? Конечно, вторая. Вторую лигу апнул? Ну пиздец, братан. Да, что ты дым соперников себе кидаешь? Я буду сейчас лекать по максимуму, чтобы он это не выпендрил сильно. Ну-ка, Илья врывается! А, нет, сука, 250 рублей! Зачем я такую цену дал? Он просто в тело с одной херни унес его. Я вообще думал, это труп. Фух. Ну, Чебек сейчас вынесет 11-0. У вас команда слабее, кстати, да, чем у них? Нет, но сильнее. Нет, у вас слабее. Нет, у нас такое ВП, конечно. А давай, короче, закончим последний раунд. Арсен не осядет, если у него один фраг будет 500 рублей считаться. Давай, давай я сяду чисто в решающую катки, решающий фраг сделаю. Решающий раунд? Да, один на один останешься, отдашь мне, я зарешаю. Да, и если этот фраг он затащит, он получает 1000. Все твои деньги, а ты ничего. Все твои деньги ему отдаются. Конечно, ты что, прикалываешь? Сколько за фраг у тебя получил? Нихера себе, он затащил в Солянова? 250. Возьми этого человека нам в клан. Значит, ай, здорово, пацаны, мне 13 лет. Нихера себе, кстати, да? Сколько ему лет? 12,5, братан. Спасибо, Серега спрашивает, сколько тебе лет, Пиздюк. Пиздюк, это тебе. Рутолка, сколько тебе лет? 19. А, подходит клан, берем. Скажи, Аня, у меня звание маленькое, скажи ПВЕ пусть поиграет, тогда возьмем клан. Гидру. Гидру пусть.
Илюх, выпендривайся. Илюх, может, рука не будет трястись у тебя по-братски уже? Да трясет что-то. Да. Волнуюсь. Илюху бы третью руку, он бы, знаешь, трёс под столом. Двумя играл фасет, другой, блядь, тебе дохил. Наведался. Давай, ты учитывай, как рядом сидишь ты, скорее всего, тебе сейчас бы. Не, ну, бы чат натянулся, а не его в куче, чувак. Мне кажется, ты точно его в куче. Не-не-не, мне кажется, ты... Слушай, ну тебя в клан дал, да? Да. А ты знал, что Шорсон только через постель клан играл? Вот через постель. А, Сингапава, да? Еще и Красноярск. Опа, 500-очка залетела, 500 рублей. Давайте, Ашин, гаси ему интернет. Ну его нахер. Братишка, а прикинь, если будет там 18-16, и он настреляется ракет, откуда такие деньги? За ракет? Это сколько денег? 40, 200, 8 тысяч. 8 тысяч? Так я 15 приготовил. А, ну тогда не постель. Какие-то большие деньги. Сука, я надеюсь, нет, я на эти 15 тысяч хочу в кальяну сходить. Я бы, если бы, вот знаешь, как отличить от армянина от Илюхи? Если был бы армянин, он бы в чате договорился с пацанами, что типа, те дохнут, а я убиваю там 100 раз. Кстати, в курсе то, что ты здесь огонь постоянно, если он своих будет убивать, то типа, ему суть собака. Что? Понял. Да, ты походу челленджа придумаешь челленджи, да? Да, потому что он сейчас своих поубивает и все. И вообще, знаешь, если он будет материться, то это тоже штраф, короче. Сейчас я придумаю, что он нельзя, да? Два фрага, Илюша, за два раунда. Что как бомж? Давай как. Да вы мешаете сидеть, не могу. Да ладно, мы тебе мешаем, расслабься. Кто будет, кто тебе мешает? Так же сидишь, играешь обычно, вот отмазывается. Так же сидит спокойно, расслабляется. Слышал, плохому танцору яйца мешает, как бы на секундочку. Ну я тоже так думаю. Ты что, еще рыбу у него пьешь? Ты что вообще оборзел? В смысле, он пригласил нас в гости. Арсен, надо как бы всю его... Костей уважать, Илья. Ну, не, Илюша хороший. Илья, когда в кальяну пойдем, слышишь? Че? Кальяну когда пойдем? Мы же ходили уже. Пацаны, завезите много-много лайков, чтобы Илюха с нами в кальяну сходил, а то он не хочет Даша, никуда. Даша, ты разорился. Посидеть в кальяну? Чай попить не хочешь. Сейчас он денег, если заработает, он за нас будет платить. Ты думаешь, кстати, мы же это мы за него платим? Продумано, продумано. Да давай, играй лучше, блядь. Че там? Сколько раундов прошло и сколько фрагов? Три. Забей три фрага, 750 рублей. Пока что один кальян есть, я считаю. Да, 750 нормально. Могу так бичхаба, короче, бои перчатки. Неправильно посчитал. Слушай, мне кажется, меня задудосят в комментариях, что я неправильно посчитал 40 фрагов на 250 рублей. Хочешь, я прямо сейчас посчитаю? 80 тысяч рублей. 80 тысяч? Да. 80. Вроде. Какие 80? 10 тысяч рублей это. Какие 80 тысяч рублей? Что цены? Илюха, если что, с пятака сдача будет, нет? Что, сдача? С 5 тысяч. Сдача будет? Бля, тогда, братишка, сори, придется... Потом нет, отдадим давайте... тебе как-нибудь, наверное, потом отдадим тебе как-нибудь. На киви переведем по-братски. Ой, сори, на киви денег нет, там комиссия, что-то забавили за переводы какие-то. Ты что, такая маленькая сенсация, ее реально комфортно с такой сенсой играть? Ооо, и полторушку уже забирает, да? Он просто подумал. 6 граммов взорвет, нет? Жлюк, тебе нахер монитор нужен был? Ты вроде как играл, так и играешь. Ну, в смысле, ну, да. Это бичхаб, кстати, да, какой-то? Ты поаккуратнее. 3-2 уже, да? Да иди ставь бомбу, зачем тебе эти фраги? Нахуй нужны, реально. Ты люк не закрывай. Давай. Ой, ну он просто иксуху спамит. Зачем тебе монитор? Какой-то крутой. Бля. 8 фрагов? Илюх, вот сколько ты зарабатывал максимум в своей жизни? За день. Максимум 3к. Ты работал? Ну, как сказать, это плотно. 3к в день зарабатывал? А? 3к в день заработал? Ну, не 3 в день. Так, в недельчик. За неделю 3к? Слушай, ну, учитывая, что сейчас 8 минут идет запись и... Мне кажется, он сейчас это... Ты сейчас свой максимальный рекорд приумножишь. Потом будешь из них вас, да я с 20 минут заработал 8 тысяч рублей. Играю Open Cup, заработал. Open Cup, больше, чем Open Cup'еры. За, сука, за 6 месяцев некоторые. Так ты прикинь, они сейчас реально на LAN выйдут. Они реально, некоторые команды даже на счет 15 тысяч не получат. Пацаны, надо ко мне в клан вступать, видите? Серега к вам приедет, монитор поорет, да еще кинь какой-то челлендж, понимаете? Ну, если у вас, конечно, ник не там, не Нессер какой-нибудь, но все равно, если ему челлендж дать 1000 рублей за знаешь, что он, ты знаешь, что он разваливает, летом сюда приезжает в Красноярск? Что? Неосид приезжает в Красноярск. Неосид приезжает в Красноярск? Да, с Апиком. Ух, а? Он знает все кальянные. Он просто сводил почти во все кальяны этого города. Я говорю, Арсен, поехали в ресторан, приезжаем опять брать кальяны. Он такой, Серега, ну я не знаю, Google Maps. Знаете, как ребята бывают? Я Сереге говорю, Серега, кальян, пойдем курить. Он такой, да не хочу кальян, только закажу, все. Серега как присосался и все, и не отходит, как паровозик. Надо же деньги высосать свои. Ну конечно, чух-чух-чух-чух и полетело. Что-то Илюха реально, это божить стал, они 5-2 уже выиграли.
Запускать уже 250 рублей, это убийство в голову. Вообще хоть какой-нибудь в голову убил вообще, да я шучу. Челлендж, походу челленджи придумаем. Люхнул. Ой, ёптал, просто, сука, ты меня его задушить хочешь. Я представляю, как эти челы не угорят. Это просто нуба пушка. Что за Алик? Опа, один в один остался. Илюха, не отвлекайся, сосредоточься, давай. Всё, я тебе массаж сделаю, давай. Давай, Илюша. Против снайпера это сложно будет. Боже! Чёрт, ты такой чёрт! Ты же копу поставил, нахуй ты на него пошёл? Хороший вопрос, я думал, он уже близко, потому что я не слышал. Ну не, ну ты реально дурак. Ты же, ты не утащил. Челлендж будет выигрышным, если ты выиграешь игру. Если проиграешь, то ты ноль заработал. Пара фавцец. Нет, так вы что-то это, парни, начинаете уже тут условия какие-то додумывать. Ну что? Просто... Спрашивался правильно. Да. Ну заебал вообще никого в голову, не будет, сейчас сгорит вообще с него. Бля. 15 фрагов он сделал, сука! Твою. Слушай, ну тридцатки может дойти спокойно. До тридцатки? Кто? Лучше Санька сыграл, походу. Видно то, что потею. Да, кстати, реально лучше, чем Санек. Ну, Илюха, подожди, Санек же тоже бичками играл. Да. Знаешь, Илюха так это понюхал вот так вот, все, забей, Илюха. Задутосим, блядь. Ну, ты как раз на своей подмышке любит нюхать. Куда пахнет? Илюха. Не, ну команда что-то вообще слабенькая. Блин, уже жарко, нахуй. А тебя резнули? Ну давай. Нихера они такой раунд вытащили. Ну красавчики. Илюха, сколько уже заработал, Илюха? 15 фрагов до сих пор. 15 фрагов, это нормально. На 250. Не думал, что 15 фрагов сделал. Думал, фрагов 20 сделал. Не, я думал, он максимум фрагов 10 сделает, 11. Нет, Ангер, ты помогай на самом деле. А сын, как думаешь, тебе такой челлендж дать? Угу. 1000 рублей за фраг. Да, у меня есть скриншоты, где он 5 баллов. Не, пацаны, рынке, давайте да. Реально. Арсен в пролиге, вы прикиньте, пацаны, это же вообще жесть будет. Ну или я не знаю, сяду, не знаю, я... Да ты-то чё, ты-то... Я, ты лучше Санька сыграешь. Забери. Сань, нихера, ты тут заебал! Первый хэдшот, Сань! Блин, дал, пистолет жёсткий. Чё, проиграл опять раунд? Его чел просто... У меня 90 было. Пауза, ничего? Да, пауза. Ты кто? Слышишь? Спроси их, ты кто? Вот в голосовой, спроси, ты кто? Сейчас. Спроси обязательно. Как фейсы разве играются, без ты кто? Да ты навика, хоть дым бы кинул, хоть гранку бы он кинул, за мной цички. Я думал, плохие играют, думаю, выкачусь. Сейчас смотри, 4 раунда возьмут подряд и все. Я у него по 230 фейсов даются, мне столько же. Какие-то настройки графики, что за хрень? Чё? На чём? Какие-то настройки графики? Заметил? Низко всё. Заметил, 4 на 3 не играют теперь. Так, вы. Вот смотри, всё запушил. А почему он не убил его? Ну это не он не прошёл, это просто... Да. Ты игру не оскорбляй, слышь, что? Мы тебе ноги оторвем. Ты игру не оскорбляй, понял? Ты ради этой игры, ты никогда в жизни больше столько не заработаешь, блядь. Нет, игра у него правильно выразилась, Игра классная, интернет ломался. Возьму, да, раунд я чувствую. Да ни хера себе, конечно, уверенность. Ну, пуш, дятел, пуш! Пишешь на комментаторы. Я извиняюсь. Что, ну сейчас, мне кажется, пацаны прям вообще взорвутся, так сказать. Прикольно, если они сейчас закомбочат, это вообще какая-то дичь будет. А, Илюха реально 40 фрагов настреляет, это уже закомбочит. К нему пальчик мизинчик работает, в общем, мне кажется, у девочек... Девочки, обратите внимание, как он пачками своим работает. Илюха, ты у девочек будешь пользоваться спросом. Да он опенкаперик, ему девочки. Мальчики. Видишь, он как радуется, когда мы к нему приходим, понимаешь? Привет, братки, привет! Когда мы уходим, бля, братки, ну куда вы пошли? Я думаю, блядь, Саня лоскил обосрался, а он не обосрется на фейсте, серьезно? Тем более, этого еще лига такая более-менее крутая. Кстати, в натуре, мы там на бич вообще лиги. А там лига, там больше третьей не должно было быть никого. Вот. А тут у него четвертая? Че за бред вообще, это как? Может, он реально? Слушай, может быть, мы что-то не знаем. Монитор решает в этой игре, значит, оказывается. Да не, у меня телефон. Твою мать, против кого он играет? Что за РМ бойцы? Не вообще похуй на него! Бля. А что ты выебаешься перед этим? Команду подвел. Не, потому что он реально убежал, типа, надо было ждать, пока он выйдет. Слишком времени мало там было, чтобы догонять его, убивать его. Капитана панику повеял, как будто он капитан паник. Желтый дым на. Вы че, бан? А забей-то, бля, просто не могу залезть, лучше играть. Чего с Айги Кастом он играет? Ты что, прикололся, что ли? Они фразы. Ну знаешь, что ему бабки, он, слышишь, Люк, не договорился. Я не то, что фейси, блядь, он тут не договорился. Пацаны, через 3 дня придите, видео записываем, придет, записываем. 10 человек из Красноярска запустились. Алло, пацаны, это постанова, да? Я когда последний раз Илюха так играл, вообще, в принципе, на РМ, на ПВЕ тогда же не играл.
кого-то убивают. Че с пистолетом выебываешься, блин? Ну, вдруг хороший фраг. Да хуй тебе, ты хороший фраг. Оооо, нихуя себе! Я даже отсюда. Что за изи пушка? Ну ты видишь красную точку, бей его, он даже не чекает, я не знаю. Давай, выпрыгивай прям на голову. Вот по эту залупу запрыгивай. Зачем у меня бомба? Еще не можешь. Ай, ты на секунду. Ты курица. Очкошник. Мышление очкошника. Я, видишь, все равно сдох. А так хотя бы мужика бы убил, как Тесла. Вот Тесла, знаешь, он так не меня тут резко, да, ебать, я. Тесла на мужика, блядь. Хуярит до последнего. Тесла муж. Он резко поляну. Протон играет, да? Вот, вот. Давай, выкатывайся. Бля, спиздили. Да ладно тебе. 22 фрага. Все, last round. 22 фрага, это уже... Уже победа, за победу. Сколько? Это уже около 4... За победу. В смысле, за победу, а, ты просто деньги получишь, черт. Тебе народ, бля, нихуя себе, ты придурок. Вообще, пацан, уже предприимчивый, ну, бизнесмен. Смотри, Юх, понимаешь, сейчас как бы деньги мы положим на стол, и тебе еще у Арсена нужно будет отжать. То есть побороться с ним. Ты понимаешь, Арсен не разрешает мне деньги на всякую хуйню тратить. Если я положу, скажу, ты чего, Илюха просто по-братски играл, он без всяких челленджей играет, бля. Тебе придется побороться с ним, короче. Не, походу у него реально корни армянские есть. Только так, побороться нужно. Сходу, в трусиках. Не-не-не, так не занимаюсь. Ну в смысле. Да ладно тебе, Илюха, ты же в бунгах играешь, что ты пиздишь? Не занимаюсь он. Да, туши, туши, да. Рассказывай. Все, в итоге 24 фрага. Победа. 6, мать его, тысяч, сука, рублей. Тормози, тормози, ты что там делаешь? Обоссался? Ладно, 1000 возьми, 1000. Вот так парни делают. Вот, на стол кладется, но опять же, я тебе напоминаю, что... Давайте, Арсен, 110 килограммов против Илюха, 65 килограммов. Давай, погнали. Раз, два, три, давай. Да ладно, Арсен, ты чё? Да ты чё, охуел, Арсен, давай нормально. Твоя рука давай, не могу, ты гонишь. Давай, как мужик. Посмотри на Илюху, ты чё, морозишь? Да масса не поможет, если ты очко. Давай вдвоём мы с тобой будем он один. Давай сначала один попробуем. Давай, если чё, поможешь, хорошо. Давай, хорошо, давай. Раз, два, три. Давай, Арсен, чё, не покушал сегодня? Давай. Давай. Блядь, Илюха вообще такой со спокойным лицом сидит. Да, Илюха, может уже... Бля, нет. Ты серьезно, Арсен? Давай поем. Все, заработал. Что, Илюха, рассказывай, как тебе глава клана? Вот приехала, считай, тебе монитор купил. Так глава классный, еще бы в игру играл. То есть сейчас после этих видосов, сейчас мне весь клан будет говорить, типа, ко мне приезжай, да? Да, я хорошо играю, монитора не хватает. Мы в Дагестан поедем в следующий раз к нашему братишке Расулчику. На Расулу поедем? Давай ему челлендж кинем. А у него вроде монитор нормальный. У него вообще нету компьютера. Мы просто как только сторис снимаем какой-нибудь Расулчик, сразу Дагестан. О, отсылочки, мои братишки, отдыхаете, да? Ну все, готовься, играй, тренируйся. Монитор скоро твой будет какой-нибудь. Да-да-да, и пока. Какой-нибудь вообще какой-нибудь. Какой-нибудь Савита, блядь. Да-да-да-да-да. Ладно, что ты хочешь сказать? Вот ты выебывался. Вроде бы да, кстати, я честно думал, ты обострешься, но, видимо, на фейсе ты умеешь играть. И сейчас никто не будет спорить, что ты умеешь проверять людей, но только на фейсе. Только на фейсе. Только на фейсе. На РМе, конечно. За базар, за базар. Говно они не решают, главное думать уметь. Ну все, ребята, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Все ссылочки есть в описании. С вами был Серега, Шаурмен. Наоборот, дебил, Леон. Я тебя перепутал, у меня глаза двоится. Всем удачи, всем пока.